Всем привет! Никого. Мы едем в магазин. Я вас сегодня беру с собой. Погнали, посмотрим наши цены и что мы будем за покупки делать. Вот мы и приехали в магазин наш Ягра Вкусно. Мы сейчас... Мы пошли в магазин. Килограмм чеснока $6.
этапы мы свой сделали, теперь идем до машины. Найти ее надо. Окей, держи, ты его катишь. Сейчас, подожди, я открою все. Купили все, что вам надо было? А где ж ключи? Давайте грузимся. Окей, подарков мы набрали, да? Да. Мама им не разрешает конфеты в машине есть, они ее на парковке едят. Мама ничего не разрешает, в машине есть. Мама ничего не разрешает, в машине есть, правильно? Мы там хоть набрали. Мама, ну такой-то. Мама, дай горы. Мама, для попугаев. Для попугайчиков, да. Ой, они же у нас домой заехали. Ну зачем попугайчиков есть? Ну что? Вот так вот мы ходим за покупками, когда с нами наших мальчиков нет. Они на работе. Деньги за. Один с нами мальчика. Ребятенок. Ну, я не хочу, Марион, конфеты. Ну а мы едем дальше.